Интересно, много вещей, о которых ты обычно не задумываешься, потому что делаешь на автомате, а тут приходится просто кинуть мозгами, довольно полезно. Цифровая грамотность сейчас очень важна, потому что могут тебя взломать очень легко, воспользоваться всеми твоими данными, и можно от этого очень сильно пострадать в наше время. Я думаю, что все должны писать цифровой диктант. Цифровая грамотность – это то, что нужно каждому человеку, так же, как и основные базовые навыки, которые мы получаем, допустим, в школе. Многие этого не получали в школе, мы уже выросли, а цифровые технологии очень быстро развиваются. Это диктант по проверке цифровой грамотности населения. Он нацелен не столько на то, чтобы выяснить уровень грамотности населения, сколько на то, чтобы показать людям, что у них есть пробелы какие-то в знаниях. Ожидается более 50 тысяч участников. Было подключено более 60 регионов, все крупнейшие города в том или ином виде, в онлайне или в офлайне, будут проходить тестирование.